Похоже, сэр Вильям задерживается в походе, а его люди начинают голодать. Обеспечьте их провизией до его возвращения. Твои верные лучники! Замок сэра Вильяма и амбар находятся на севере, за мостом. Если мы хотим помочь его людям, надо поручить возчикам доставить им нужные товары. Товары уже в пути, мой лорд. Выберите товары. Укажите, у нас мало провизии, мой лорд. Нам будет сложно прокормить оба замка. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Крестьяне видели неподалеку медведей, мой лорд. Они испуганы. Какие будут приказы? Замкнут ряды! Наши луки будут петь! Выберите товар. Укажите частоту отправки. Люди просто боготворят вас, сэр.
где враги? До нашего повелителя! Крестьян становится все больше. Просто напасть какая-то. Обеспечивать их провизией становится все сложнее. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товар. Выберите количество товара. Товар уже в пути, мой лорд. Вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Выберите товар. Выберите количество товара. Добрый день. Как вы поживаете? Готовы, сэр? На ним! Мы идем, господин! Готовы! Ни один лорд не взялся управлять болотистым поместьем к востоку отсюда, потому что там мало хорошей земли, зато в изобилии водятся заразные грызуны. Это и будет твоей следующей задачей. Мы заполучили еще одно поместье, но мне это не очень нравится. Там свирепствует болезнь, а крысы скоро наводнят наш замок. Выберите товар.
Выберите количество товаров. Выберите. Эта деревня в жалком состоянии, мой лорд. Чтобы ее восстановить, надо сначала наладить там сельское хозяйство, чтобы кормить жителей. Выберите товар. Выберите пункт назначения. Мы готовы? Соберитесь вместе. Мы в пути. Меняем дислокацию. Лучники, на изготовку. Готовь копья. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Выберите товар. Укажите частоту отправки. Выберите товар. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Выберите товар. Работа остановлена. Остались только мы с тобой, а дорога впереди. Остались только мы с тобой, а дорога впереди. Налоги, это замечательно. Надеюсь, они не вырастут.
казне ни... А вот так-то лучше. Ни крыс, ни нечистот. Теперь, когда ты расчистил эту территорию, твоя задача — уничтожить других крыс, разбойников в соседнем поместье. Мой старый друг сэр Грей говорит, что они вымогают деньги у крестьян. Ты должен убить их главаря, а затем разрушить лагерь. Сэр. Мои раны исцелились, и теперь я могу вознаградить тебя. Я высылаю вооруженный отряд, чтобы помочь тебе в борьбе с разбойниками. Уверен, тебе он пригодится. К оружию! Убейте всех, кого увидите! И снова в путь! Не хватает рекрутов, сэр. Наши луки готовы. Лучники идут. Дома, лорд. Только покажите нам цель. Куда целиться, сэр? Мы готовы. Колонну! Лучники, вперед! Соберитесь вместе. Среди крестьян начался мор. Готовьтесь! Наши войска атакуют враг! Смотрите в оба, ребята! Копья! Готовь! Натянуть тетиву! Выходим! Засада! Разбойники! В
бой? Давно пора. Не хватает рекрутов, сэр. Мы нужны вам. И снова в путь. Иду. К оружию. До нашего повелителя. Выходим. Ой, давно пора. По местам, ребята. Мы идем. Мы в пути. Наши луки готовы. Готовьте. Вестники ждут ваших приказаний. Лорда. Наши войска атакуют враг. Только покажите нам цель. Меняем дислокацию. Куда целиться, сэр? Лучники идут. Ждем приказов, сэр. Новые приказания, сэр. По вашей команде. Ждем приказания. Мы будем храбро сражаться. Потянуть тетиву. Мы готовы. Тебя, господин. Мои верные лучники! Лучники, вперед! Что прикажете, мой лорд? Наши луки будут петь! Победа, сэр! Наш флаг развивается еще над одним поместьем! За нашу честь! Убейте всех, кого увидите. Прямо на край земли. Мы готовы.